Здравствуйте, любители L2R. У нас сегодня осада крепости. Давайте мы ее откроем, посмотрим. Так. Итак, значит, это у нас... Сейчас найду. Это Б-крепость. Клан Мурмидонца ее удерживает. Против них будет клан Высшая Лига. А у Мурмидонца будут наемники из клана Вангвард и Апокалипсис, соответственно. У клана Высшая Лига есть залив игроками из клана Империя. Ну, тут, по-моему, человек 8. Вот, и также у нас, соответственно, есть наемники из клана Эклипс и Империя. Напомню, что это уже вторая осада. На прошлом деле уже была осада. Тогда клан Мурмидонс крепость удержал. И сейчас, соответственно, у нас остается 20 секунд. Значит... Получается, мурмидонцы у нас синие, высшая лига у нас красного цвета игроки. Значит, игроки ждут, осада, начало, выстроились, посмотрим сейчас, кто с какой стороны. Так, ну, наемники, я вижу, что у нас стоят на дальних воротах здесь, посмотрим сейчас, вот какие мувы в самом начале. Так, осада начинается, и у нас кланы сейчас сразу смотрим, куда побегут. Скорее всего, наверное, бегут на свой баф. Да, видно то, что вот у нас тут сразу много игроков сюда побежало. Так, уже Высшая Лига кастует свой баф. Мурмидонс начинает кастовать свой баф. Но Высшая Лига начала еще пораньше. И смотрим сейчас, смогут ли им сбить. Так, Высшая Лига баф забирает. Так, давайте посмотрим, что тут происходит. Мурмидонцы, скорее всего, тоже заберут. Да, баф, значит, мурмидонцы тоже свой баф забирают. И сейчас мы видим то, что очень большая толпа из клана Высшая Лига побежала ломать, я так понимаю, значит, дальние ворота клана Мурмидонс. Да, здесь видно, что подбежали игроки, развернули защитные зоны, начинают ломать одну вышку. И мы сразу переключимся на всякий случай сюда. Так, а здесь у нас, в принципе, все тихо. Здесь у нас стоят наемники, они сдерживают натиск игроков клана Мурмидонс, не подпускают их к вышке. И посмотрим еще на всякий случай здесь, что с этой стороны у нас происходит. Так, а тут у нас... Здесь тоже, в принципе, все спокойно. Давайте переместимся, поглядим, смогли ли Высшая Лига что-то здесь сломать. Да, там видно по карте точки то, что одну вышку они уже сломали. И тут прям такой прям плотный натиск идет игроков. То есть они сразу начинают ломать вторую вышку. Да, тут они стоят довольно уверенно. Видно по киллам, то, что Высшая Лига сразу где-то два раза у них больше киллов. Так, и давайте посмотрим, сможет ли эта вышка так же быстро упасть, как первая. Ну, в принципе, да, игроки прям стоят очень плотно, очень хорошо. И, собственно говоря, да, вышка падает, ворота, в принципе, все сломаны. Посмотрим, будут ли сразу заходить, либо будет какой-то регрупп. Да, игроки из клана Высшая Лига здесь, ну, протискиваются. Сейчас, наверное, будет какой-то регрупп непосредственно в крепости. Но мы еще посмотрим, на всякий случай, что здесь происходит. А здесь у нас, в принципе, стоят наемники, отбиваются, не подпускают здесь никого из клана мурмидонцев. Посмотрим еще респовые ворота. Нет, респовые ворота здесь никто не ломает. Возвращаемся обратно сюда. И здесь у нас, в принципе, такой плотный натиск идет клана Высшая Лига. По киллам вы сами видите, разрыв просто очень быстро увеличивается. Они уже, в принципе, в крепости. И довольно-таки они плотно зашли. Мурмидонцы здесь как-то даже особо-то... не мешают им, потому что игроки как зашли, тут, в принципе, много живых игроков из клана Высшая Лига, они так, что-то подлагивают немного, похоже, что с интернетом. Нет, все, вроде отлагало. Нет, все-таки есть какие-то лаги, видно, игроки остановились. Так, ну давайте понаблюдаем здесь. Так, и у нас, собственно говоря, уже здесь в самой крепости вышка одна сейчас может уже упасть. Видно, что по ней тоже идет такой хороший плотный урон. И, скорее всего, сейчас она упадет. Да, вышка падает. Сейчас, через 20 секунд закончатся бафы. Но игроки, которые зашли в крепость, пока, в принципе, никуда не уходят. Они стоят, они дожимают. То есть, пока они на баф не отошли. Ну, скорее всего, наверное, там есть кому и так отойти на баф. Но тут видно по точкам. Так, тут, в принципе, у нас происходит. Тут на бой на дальних воротах клана Высшая Лига. Здесь тоже у нас идет драка. И тут видно то, что одну вышку... практически сломать успели в этот момент, пока непосредственно клан Высшая Лига стоит в крепости. Но сейчас мы видим то, что Высшая Лига вернулись на баф. Тут очень много игроков стоит. Тут пытается это помешать, сбить баф. Но каст идет, каст не прерывается.
Тем временем там видно было то, что Мармидонс тоже пытались восстановить свой баф, но у них это не получилось. Сейчас баф никто не кастует. Давайте мы переместимся на этот баф, посмотрим, что там происходит. Так, а тут у нас, да, значит, баф кастует клан Мармидонцы, врывает сюда игроки клана Высшая Лига, пытаются сбить, пока не получается сбить его. И Мармидонцы тоже свой баф забирают, по бафам здесь 1-1. И давайте мы поглядим, сейчас будут какие дальше у нас мувы идти. Так, да, мув, значит, тут отступает часть игроков. Видимо, какой-то регрупп перед респами воротами. Давайте посмотрим, на всякий случай, вышки. Так, респовые нет, вышки целые. И мы сейчас возвращаемся, собственно говоря, обратно к дальним воротам клана Мурмидонцы. Тут у нас видно то, что здесь на подходе идет драка. И, в принципе, игроки проходят дальше. Так, и смотрим. Нет, тут, в принципе, ушли в оборону Мурмидонцы. И мы давайте посмотрим, вернемся обратно сюда. Да, здесь драка происходит, здесь много игроков клана Мармидон перебежало сюда, начинают здесь драться, вышку одну они все-таки сломали. И сейчас, видно, не хватает сил здесь одних, ну тут, судя по всему, скорее всего, стоят одни наемники, защищают вторую вышку, но тут их очень мало. И, собственно говоря, сейчас они могут потерять эту вышку, тут нужен, наверное, какой-то срочный сюда все-таки переброс каких-то дополнительных сил, потому что не хватает здесь. Тут вот, похоже, тут всего, наверное, может быть, 1,5-2 пачки, и тут давит их очень плотно. И тут уже практически ополовинили вторую вышку, вот, и ее сейчас могут сломать. Тем временем уже накастовано кланом Высшая Лига 14,5 секунд. Где же все, где же помощь? Что-то ее прям совсем не видно, потому что видно, что игроки не справляются. Не хватает сил, не хватает игроков. Ну, скорее всего, наверное, основная масса где-то, наверное, здесь, мне кажется. Крепости. Да, мы видим то, что здесь подбежали сюда игроки Высшей Лиги, но тут их, в принципе, от них отбились. Но по киллам все равно разрыв как бы остается в пользу Высшей Лиги. И давайте мы поглядим сейчас все-таки, что с этой вышкой. Ну, похоже, сюда подошли. Вот я вижу здесь вот Кляйн, Фея. То есть эти игроки, они изначально были в атаке. Но сейчас они вернулись в оборону, потому что не хватало сил здесь тех игроков, которые здесь были. И сейчас все-таки они смогли оттеснить игроков клана Мурмидонс. И сейчас они идут по прямой. Может быть, они решили все-таки попробовать сломать респовые ворота, там, чтобы с двух сторон попробовать как-то зажать. И мы смотрим сейчас, что тут дальше будет происходить. Через 20 секунд спадет баф у Высшей Лиги. И пока, в принципе, здесь драка идет по этой линии. Не пускают они сюда игроков из клана Мурмидонс. Где же, собственно, у нас остальные игроки? Так, остальные игроки у нас сейчас подтягиваются сюда, на баф. И вот видно, что по центру много синих точек по второй линии, так называемой. И тут, как бы, сейчас, скорее всего, наверное, игроки обоих кланов разойдут по своим бафам. И Высшая Лига уже стоит на своем бафе, они кастуют. Им пытаются здесь, вот прибежал Зикс, пытается, наверное, помешать. Вот тут еще видно синие точки, так, игроки. Так, ну, Высшая Лига пока, в принципе, наносит свой баф. Им никто пока еще не сбил. И да, они забирают свой баф. И, скорее всего, сейчас, наверное, переместятся на баф Мурмидонцев, потому что они в данный момент тоже забирают свой баф. Ну, кастуют, в смысле. Да, им сбивают. Вот, видно, побежал стак Ленин. Фея здесь стоит. И еще подтягиваются до силы клана Высшая Лига. И пошла драка, в принципе, непосредственно за баф. Это видно. Опять Мурмидонцы свой баф пытаются закастовать. Игроков Высшей Лиги здесь уже не так много, как было только что, буквально там несколько секунд назад. И, скорее всего, сейчас Мурмидонцы свой баф заберут. Они плотно довольно-таки встали, окружили. Нет, все-таки им сбивают. Давайте посмотрим, что тут сейчас дальше будет происходить. По киллам у нас где-то примерно 100 плюс у Высшей Лиги. И Мурмидонцы опять пытаются закастовать свой баф. Смогут ли им сейчас его сбить? Нет, они все-таки забирают его. Ну, тут, в принципе, разница по бафам теперь около минуты. Тем временем Высшая Лига немножко еще чуть-чуть накастовали. Там видно, что 15,3 секунды. Стоят здесь игроки клана Мурмидонцев в обороне. Не пускают они сейчас никого, потому что им прям очень быстро в начале игры, ну, в начале осады прорашили ворота. Но они решили, наверное, сейчас перестраховаться. Оставить побольше игроков в обороне, чтобы случайно, как бы, в момент вот этих всех движений в забав не пропустить, так сказать, не проморгать, чтобы им не полностью не кастанули, так сказать, крепость. Мы давайте переместимся, посмотрим вот здесь, что происходит. Тут у нас, в принципе, продолжают давить игроки клана Мурмидонс. Но вышка до сих пор целая.
И в обороне тут довольно приличное количество сейчас людей стоит, не так, как было там 5 минут назад. Вот, тут видно, в принципе, и вот и наемники, и непосредственно игроки есть из клана Высшая Лига. Ну, в основном здесь, конечно, наемники, я вижу. Судя по никам, по надписи наемник. А, видно, валяются трупы. Скорее всего, не все стоят за красные кристаллы. Вот. И, собственно, сейчас у нас драка идет по этой линии. Пытаются, может быть, они что-то продавить. Но пока здесь, в принципе, такая вязкая борьба идет. Качели в одну, в другую сторону. И, в основном, драка идет посередине. А, то есть, ну, какие-то одиночные цели пробегают, наверное, есть какое-то стойкое желание доломать эту вышку, но пока вот тут гирлянда встала, ну, тут видно, что чуть-чуть здоровье-то, конечно, капает у вышки, и, конечно, могут они что-то добить, но нет. Игроки все-таки клана Высшая Лига пока справляются, держат они этот натиск. А тем временем у нас прошло уже треть осады, вот, остается 20 минут, и сейчас пойдет баф скоро у Высшей Лиги. А, тут вот фея настреливает, продолжает. Метеором получил, отбежал. Опять метеором получил, опять отбежал. Вот, ну, в принципе, дело свое знает. Но вышка прям тут совсем осталась на карпалях. То есть ее могут сейчас, конечно, доломать. И посмотрим, что будет тогда дальше происходить. А сейчас у нас спадает баф у Высшей Лиги. И давайте поглядим сейчас, что у нас тут на бафе будет происходить. А на бафе у нас, в принципе, Высшая Лига кастует. Но здесь игроков пока мало. А, каст идет, подбегают игроки клана Бармидон, сбивают. Основу начинает каст игроки Высшей Лиги. Параллельно, скорее всего, наверное, продолжается здесь давление на эту вышку оставшуюся, потому что, да, и вышка все-таки падает. И сейчас у нас, посмотрим, смогут ли забрать все-таки Высшая Лига свой баф, потому что добегают сюда игроки, да, баф забирают. И через буквально 15 секунд спадет баф у клана Урмидонс. А тем временем у нас игроки Мурмидонца уже заходят в крепость. Видно, даже уже кстанули там 1-1,5 секунды. И сейчас наемники, видно, что сместились в оборону. Держат они, не пускают сюда никого. А, и параллельно у нас все-таки бегают, накастовывают потихонечку игроки Высшей Лиги. Уже накастовали почти 20 секунд. И сейчас Мурмидонцы в данный момент забирают свой баф. Давайте по-быстрому переключимся, посмотрим, кто-то мешает им или нет. Да, мешают, сбили. А, и тут, в принципе, довольно такое приличное количество подошло игроков Высшей Лиги, пока потому что, скорее всего, игроки Мурмидонцев заняты, пытаются, наверное, как-то войти в крепость. А, и на бафе видно, что их мало. И, ну, тут стоит, я так понимаю, гирлянда, аркастует баф. А, да, тут накрыли зонами ее, и сейчас, в принципе, уже почти закастовали. Смогут ли сбить? Тут, в принципе, много игроков Высшей Лиги, они не могут сбить. И все-таки сбивают, они сбивают. И сразу начинают этот каст, ну, чтобы попытаться забрать оба бафа. А, тут много игроков, в принципе, подошло в Высшей Лиге. Ну, тут кто-то им сбил. Опять начинается каст. А, параллельно здесь идет давление на дальние ворота. Ну, видимо, чтобы просто отвлечь игроков клана Мурмидонс. Чтобы они не бежали сюда каким-то большим регруппам. Вот. И Высшая Лига забирает второй баф. У них сейчас преимущество по бафам, у них оба бафа. Им сейчас немножко будет, конечно, полегче. Вот. И мы давайте поглядим сейчас, что где у нас происходит. Довольно живая у нас ада получается. А, видно то, что бегут синие точки, делают некий регрупп в крепости непосредственно в Высшей Лиге. Но здесь стоит по красным точкам, я вижу, оборона есть. А, не пускают они сюда, хотя вот добегает КЛ. А, ему пытаются сбить. Так, что-то он пока до сих пор жив. Или это... А, это трупик просто лежит. Так, шапочка-то осталась на нем, а трупик лежит. Вот, и получается у нас по касту, в данный момент, кстати, кастует у нас клан Высшая Лига, да, кастовали они в сумме уже почти 23 секунды, и сейчас видно то, что опять такой заходит неплохой регрупп под двумя бафами, так, вот они уже практически дошли до алтаря, Стабубли поставил сорк, так, и давайте посмотрим, будет ли какой-то начинаться каст. Ну, пока, в принципе, драка идет непосредственно в крепости, и прямо на алтаре игроки, мурмидонцы, здесь, вот, видно, что наемники в основном, они пытаются как-то эту толпу отбить, но зашли довольно плотно, и каст продолжается. У нас уже остается тут буквально сейчас, наверное, сколько? Нет, все-таки сбили, да. 32 секунды в сумме накастовано, и мы видим то, что игроков в клан Мурмидонцев подходится. Побольше стоят, или сельспа, бегут сразу сюда. Оборону, но тут Высшая Лига довольно плотно зашла. У них, кстати, сейчас пойдет баф их один. А, давайте мы быстро переключимся, посмотрим, есть ли кто-то на бафе. А, на бафе, кстати, стоят мурмидонцы. Но мы перемещаемся обратно.
А тут во все идет каст. 8 секунд. Нет, не смогли нанести. Ну, в сумме накастовано уже 45 секунд. Мармидон с тем временем поставили 8 секунд. По киллам опять преимущество очень сильно выросло. Почти 300, даже больше, чем 300 киллов разница. И сейчас у нас отбились все-таки игроки клана Мармидонс. И, собственно говоря, наверное, потому что игроки высшей лиги побежали забирать все-таки свой баф. Вот. Ну, понятное дело, то, что все, кто умерли в крепости, наверное, побежали сюда защищать. Да, так оно и есть. Они защищают каст бафа и забирают, собственно говоря, свой баф. И сейчас там еще 40 секунд есть до второго бафа, до того, какой момент он спадет. И сейчас видно то, что опять мармидонцы пытаются зайти в крепость. Но их тут очень плотно встречают. Вышки в самой крепости все целые. Половина осады уже у нас по времени прошло. И сейчас видно то, что оборона здесь стоит, оборона есть. Гирлянда здесь пытается как-то пройти. Вот, видно, ставила свой ульту. Но КЛ не на гирлянде. КЛ на игроке клана высшей лиги. Поэтому как бы здесь все-таки это не 30-миллионный ТК, который может забежать и долго жить. Поэтому, как видим, по секундам здесь все-таки у нас преимущество довольно-таки небольшое в пользу клана высшая лига. И сейчас они снова пытаются... Да, они зашли опять. Плотно идет каст. 10 секунд, 9 секунд, 8 секунд, 7, 6, 5, 4. Так. Похоже, сбили, да. Да, сбили, опять начался каст. Плотно опять зашли игроки сюда высшей лиги. И тем временем, кстати, высшая лига забирает, пытается забрать второй баф. Он спал. Им, ну, судя по всему, нет, все-таки кто-то мешает. Но тут, в принципе, игроки, которые сюда плотно зашли из клана высшая лига, они продолжают стоять в крепости. Их пока убить, отогнать не могут. И они, кстати, уже даже ближе к креспу смещаются. Видно то, что здесь используют вовсю трансформации. И, собственно говоря, сейчас опять у нас пытались высшая лига зафестовать, но им сбили. Глава, кстати, высшей лиги погибает. И сейчас ему, конечно, нужно снова будет добежать. Ну, либо, может быть, там Ешка, конечно, есть патиш, которого реснет. Но судя по тому, что снова каст не начинается, наверное, Ешка там нет, либо реса нет. И, наверное, сейчас вот те игроки, которые стоят в крепости, они ждут, когда подойдет КЛ. Они пока не уходят. Где же КЛ? Так, а КЛ пока что-то не видно. Да, долго-долго стоят, держат здесь, как бы... Ну, не оборона имеется в виду, а в атаке игроки стоят. В принципе, чуть-чуть сместились немножко назад. Так. И сейчас я опять все-таки не вижу АКЛ. Не вижу, чтобы тут начинал каст. Очень много валяется трупов. И продолжает биться в крепости непосредственно высшая лига. Подходят здесь новые силы. Вот видно по точкам. Еще подбежали. Где-то здесь, скорее всего, наверное, есть КЛ. Просто его в этой толпе... Вот, да, вот баунти КЛ. Вот на шапочку бегает. И сейчас он подбегает и, скорее всего, начнет каст. Да, начался каст. Тем временем, кстати, давайте мы еще быстро поглядим сейчас ворота. Целы, нет? Да, ворота здесь целы. Возвращаемся обратно на центр крепости. 10 секунд остается. 9 секунд, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 и все. Итак, значит, поздравляем высшую лигу с победой. Они со второго раза крепость все-таки захватили. Давайте посмотрим по киллам. Фея 178. Три раза умер. Так, есть ли кто-то еще? Так, Скраб Виш 82, Шу 79. Сен-Жас 70. Вано 58, Вегета 75. Ну да, наемники, конечно, набили очень много здесь киллов. И давайте посмотрим еще... Так, тут у нас Лейзи 60, 27 раз умер, при этом Гирлянда 43 на 23, Мессер 47. Так. И, собственно, так, Зикс 32, Трач 50, Захвон 73. Ну да, и тут с этой стороны в основном тоже наемники здесь набили, ну и наумирали тоже приличное количество раз. Так, ну еще раз поздравляем клан Высшая Лига с победой, и в принципе на этом все.